Что там? В смысле, как он выжил? И мураш вообще ни по чем, ты это видел? Чего, блин, что вообще произошло? Что за фигня происходит? Хоба, всем здорово, с вами, как всегда, ваш дорогой братишка, и мы с тобой продолжаем, боже мой, в Дорс играть, и квас поможет. Я, ребят, хочу вам сказать, что эта попытка, наверное, уже 30-я, я не вру, ребята, не меньше, потому что мы все пытаемся, мы все стараемся пройти, но, ты понимаешь, без дискорда, без голоса, как бы это все равно тяжело, и когда еще так же рандомные челики заходят, забегают, сложновато, плюс мы еще каким-то спидраном нафиг занимаемся, ребята, но мне это нравится, черт возьми, мне это нравится, реально, ребята, мне это прикалывает, но в итоге это 30-я попытка, и много серий записано, где... Да ну нафиг, 8-я комната, ты что, блин, тут заспавнился? Боже мой. Так вот, много серий записано по всяким различным багам, которые там возникают. Вот недавно, в общем, 2 амбуша. Не, ну они не одновременно, конечно, но вообще в катке, потому что это дичь. Возможно, сегодня 3 может появиться. Что-нибудь, какая-нибудь еще дичь непонятная. В общем, ребята, интересно играть. Правда, я думал на один раз игрушка. Нифига, ребята, господи. Родные, я побежал. Слава богу, тут есть шкафчик. Это что? За скин. Походу, вся ржачная катка будет. Нет, Бир. Так, погоди. Что это сейчас будет? Я не знаю. Боже мой, надо, чтобы были у всех рисы. Вот Глент правильно сказал, на самом деле. Вот если подготовиться, ребята, да мне кажется, даже так. Хотя, прикинь, 12 крестов. По факту реально можно пролететь. Можно просто заспидранить, и все. И все, родной. Так, ручки есть, хорош. Фонарик, витаминчики, зажигалочка. Берем, родненький. Итак, топовая команда собралась просто резко. Смотри, даже багов, лагов никаких нет. Ты гляди. Вот она, самая лучшая команда. Гусь. Погоди, а где скин? Погоди, у него же другой скин был. Вот это ржачный скин, да? Или что? Погоди. Нет, мне кажется, мы пройдем, ребята. Проедем, я бы сказал. Он катится, красавчик. Отличный скин, в принципе. Ладно, я не понял, если честно, прикола. Да. А почему не отображается скин? Там просто жесть, а не скин на самом деле был. Пинг. Так, пинг-понг, ребята. Возможно, все будет в соуле слагает. Я вот на самом деле на это тебя докопаюсь. Блин, у меня лагает. Братишка, вижу немножечко. Аккуратней с отмычечками только. Аккуратней. Блин, капец на самом деле. Смотри, катится. Родной. Блин, да когда ж тебя отпустят-то? Давай уже, беги. Вот, смотри, как бегут люди. Молодец. Он ускоряется. Красавчик, вперед. Молодец. Ля, да хоть на трос его привязывай, ребята. Чтобы он это... Чтоб не отставал. Родненький. Что ж такое-то? Так, а что у меня по день... Опачки! Блин! Кваску махнем! И в шкаф рванем. Надеюсь, все выжили. Ну что там? Нормально, сейчас открываю гора трупов. И чисто все трупы. Не, погоди, все нормально, пока все нормально. Главное, чтоб... Чувак-то... Чувак катится! Он даже докатился! Нормально, красавчик! Красавчик просто! Он вообще красавец! Погодите, ребята! Все, красава! У нас на сервере хакер! Да я вижу, вот как хакерит! Смотри, ты просто погляди, как хакерит! Ёкарный бабай, едет! Пельмень умер! Что ж такие плохие новости-то, ребята? Пресс-эф! Так, нормально. Ладно. Все хорошо. Что там? Да, я хакер. Да, я вижу. Ой-ой-ой. Так,
Понимаю. Понимаю! Все, пора нам, ребятки. Ох, Ох, Сисер! Блин! Ёкарный бабаич, а! Проблемки. Да, проблемки есть. Ладно, у меня есть, на самом деле. Я могу выжить. Смотрите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Я даже не знаю, воскресать или нет. Два, три. Блин. Ладно, тут хакер, ребята. Тут хакер, значит, все, пройдем. Давай, попытаемся. Родные, вперед. Так, идут. Что за... в смысле... Родные, открывайте, вы что там? Здорово! Блин, я первый раз так, нифига себе! Первый раз у меня так получилось. Погоди, 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 родненький, я там заберу? У меня даже лут остался. Ты гляди. А ты-то как умер, ты-то как умер. Что? Погоди, в смысле? Стоп, а как он пропал? Стоп! А как он... Не понял, а как? Как он это делает? В смысле? Родной, как? Проползи. Что за фигня? Он реально читер, походу, ребят. Господи, родимый. Блин, я-то думал, мы прикалываемся, если честно, рофлим немного. А тут, походу, реально. Офигеть. Я думаю, реально мы прикалываемся. Офигеть просто. Меня залил, напугал в темноте, да? Да это потому что я сдох. Я... Погоди, сколько... Да ешкин, кошкин, макарешкин. Ладно. Так. Он сквозь дверь прошел. Так. Нормально, нормально. Ух. Прям у меня тут прям... О, ну зато он открыл дверь. Как любезно с его стороны. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семеро, брать. Так, ну ладно. Хорошо, хорошо, ребята. Вот выдвигаемся, выдвигаемся. Отлично, отлично, ребята. Так, почесали. Слушайте, ну это капец. Слушай, реально, каждая катка просто уникальна. Просто я... Я вообще не мог подумать, что... Я реально думал, мы рофлим. Он, смотри, как ускоряется. Что за фигня? Опа. Даже на бабло никто не смотрит. Вы что, родные? Оп. О, фонарик подзарядил, ребят. В принципе, не зря. Не зря. Офигеть, прикиньте. Так. Я знаю, как вызвать глича в одной комнате. Не-не-не, нам не надо. Нам надо пройти. Нам не нужно никого вызывать. Не сиков. О, реально подлагивает, родной. Смотри-ка. Подлагивает. Так, погнали, погнали. 350. Так. Ноль монет. Так, ну, возможно, все будет нормально. Так, погнали, погнали, чуваки. Ну, сейчас должно что-то быть хорошее, ребята. Ну, в конце концов. Квас даже не могу... Не могу подпить. Так, налево. Направо. В смысле, уже? Бля, что творит, а? Ты гляди, что творит? Не, ну скин, конечно, топовый. Ну что ты, родной, что ты? Не добежал, да? Так, ладно. Найс, найс, найс. Собрались, собрались, ребята. Лучший из лучших тут. Так, ладно, побежали, побежали. Вот если бы у каждого реально крест был бы, это легендарная просто каточка была бы. Но на самом деле и так легендарная, потому что реально, смотри, смотри, что творит. Что творит, родной, вот этот вот. Смотри, он просто, что он творит? Родненький, я понимаю. Так, побежал я. И прячусь. Бля, бежит, бежит. Что там?
смысле, как он выжил? И мураш вообще ни по чем, ты это видел? Чё за фигня? Он вообще чихал на Раша? Охренеть. Да ёшкин, чё пугают? Да что такое-то, а? Лампочки кто-то коммуниздит и из подъезда. Капец. Ох, родной, как быстро. Раз. Воу-воу, мы даже не залутали. Ну, блин. Я не... Вот знаешь, ничего не изменилось. Ничего не поменялось. Все как раньше. О, где-то тут. Где-то тут, родной. Где-то тут. Так. Аккуратно. Где-то тут, ребята. Бля, что там происходит? Родной, стой! Стой на месте, не двигайся! Капец. Так, чуваки, прячемся, прячемся, прячемся. Гусь. Аккуратненько. Что за фигня происходит? Видел просто, что он творит. Он просто немного спотокнулся об него, и все. Охренеть. Просто. Просто жесть. Блин. Он там катится. Это просто жесть какая-то. Отдать Зелеву ножницы, они ходят под садом. Ножницы какие-то, ребята. Вы что, переиграли в Мисс Лимон, ребята? Погнали, чувачки, вперед. Вы пройдете по-любому. Да блин, тут понимаешь, в чем прикол? Я-то честно хотел пройти. Хотя, а как читер вообще помогает? Погоди, стоп, секундочку. А как он, как вообще вот, ребята, читер может вообще помочь? Один вопрос такой, он же... Ну реально, он только сам себе может помочь, он может, чисто, я так понял, неуязвимость и так далее. А нам-то он вообще никак не помогает. Нам нужно, чтобы пятеро были живы, понимаешь, в чем прикол? И все. Вот что нам нужно. А как бы читер... Ребята. Так что, по факту вообще ничего не поменялось, вообще ничего не поменялось. Ну, конечно, забавно все это, но осуждаю, потому что я вообще... Ты не люблю. Так, погнали. Красавцы, красавцы, подобрали. Подобрали пароль лучший. Хола. Так, ребята, берите там, блин, крест. Крест, наверное, не... Ай, блин, вот если бы... О, начинается вот эта комната. Блин, она раньше редкая была. Сейчас вообще каждый раз встречается, смотри. Родной, спасибо! Спасибо, родненький, спасибо. Саб-Зиро, спасибо тебе. Спасибо, очень приятно. Так, ну что же там. Не, нам помогать не надо. Я могу помочь в этой комнате. Не-не, родной, в принципе, мы честно играем. Поэтому. Так, здесь, если что, мы спрятаться можем. Да? Если вдруг полетит, то мы с тобой это... Так, ребята, лутаемся. Хорош, квасик нашел. Нормально. Так, вроде там никто не летит, ребята. Герой Глент пошел. Да Глент вообще красава. Смотри, что делает. Смотри, что делает. Ой, сейчас полетит тварь одна. Нехорошая. Надо приготовиться, чуваки. Да. Все, ладно, я сюда. Ой-ой-ой, что ты залагал, родненький? Ой. Он что, ко мне в шкаф, что ли, залез? Я даже и не понял. Ты что там?
Капец, ты это видел? Глентик, родненький. Блин, пресс-эф, ребята, Глент вообще хороший. Парень, блин. Он хорошо вообще помогает, если честно. Сколько раз уже. Блин. Так, ну что же, давай дальше. Сколько нас вообще осталось живых? Вот что самое интересное. Потому что, ну блин. Вас 5 осталось. А, 5 плюс минус. Так, настрою тут. Погодите, погодите. Так, не сюда. Не сюда, родные. Ждем. Там еще двое. Так, здесь трое. 4, 5, 6. 6! Нас 6! Нас шестеро. Ни у кого ключа нет, да? Так. Все, я понял, ребята. А что мы... Вопрос. А что мы стоим? Что мы стоим, ребят? Чего ждем? Может, откроешься? Не знаю, может, как-то это, поумолять. Ну, пожалуйста, откройся, нам нужно. Ребята, не-не. Вы где? Да все, мы тут. Так, ну что? Погнали. Опа. Что-то чувствую я, ребята, погодите, погодите. Сейчас будет эта дрянь, да? Или нет? Или погоди, или там глаза? Блин, я что-то боюсь. Не, все, нормально. Так. Главное, чтобы шестеро выжило, понимаешь? В чем прикол? Чего, блин, что вообще произошло? Что за фигня происходит? Нифига, и музыка такая, конечно. Жесть, ну просто, фу ты, блин. Ну что ж, друзья, вот такой ролик был. Не забудь поставить свой жирненький царский лайк. Залетай в Телеграм, вот что я тебе скажу. Это капец, просто ужас.